подписчику Максиму за то, что предоставляет мне шанс и возможность получить карточку Лионеля Месси. И сейчас мы ее затестируем. Итак, 420 фрагментов мы потратили для того, чтобы получить эту шикарную карточку. Здесь есть возможность получить очень редкую карточку Лионеля Месси. Я в такое чудо, конечно, не особо верю на самом деле, но я очень хотел бы, чтобы мне повезло сейчас. Так, 420 жетончиков. Одна из самых лучших карточек в этой версии PFA Mobile. Карточка Лионеля Месси. Максимум общий 100. Очко Ultimate Tots. И сейчас, пожалуйста, анимированное, прошу, прошу. Ну нет. Ну почему так? Блин, ну все же круто получить его карточку, но жаль, конечно, то, что это не анимированная карточка. Поздравляем, вы открыли возможность тренировать игроков до общего 100. Шикарно, шикарно просто. Игуаин. Мальком, сори. Лионеля Месси ставим вот сюда вот. Усиление навыков. Прокачать бы ему чуди, и будет вообще топово. Я закинул своему подписчику денежку, либо монет, не знаю. Мы решим с ним, как ему будет лучше. За то, что предоставил мне возможность забрать именно карточку Лионеля Месси. Сыграем ровно 3 матча в режиме атаки. Посмотрим, насколько хороши будут эти игроки в этом составе. И самое главное, посмотреть, насколько хорош будет Лионель Месси. Так, рейтинг нашего соперника 100. И у нас рейтинг 103. Ну, состав вроде бы симпатичный у нас на данный момент. Надеюсь на то, что победа 100% будет в нашем кармане. Конечно, рейтинг 100 у него, ну тут грех проиграть. Я просто не знаю, как если я проиграю, это будет вообще жесткая фигня. Игуаин. Забьем. Да, в нижний угол, 1-0. Сисуко. А если мы сюда сделаем? Да ну что-то вообще ни туда, ни сюда, 2-0. Не то, чего хотел, конечно. Нет, не забил, блин. Я думал, то, что получится забить. Тут, походу, тоже не получится. А нет, получилось. 3-1. 3-2 даже играем. Сисуко. У Месси, кстати, моментов пока что я вообще не вижу. Какая-то позиция ПВ, но не супер-пупер, типа, в этой фифе. Так, Дембеле. Забьем. Есть, 5-3. А если мы так сделаем? Сисуко. На Хамеса Родригеса. Хамес. Да, 6-3. Дембеле. Давай, Дембеле. 7-4. Я пока что вообще Месси не вижу. Типа, блин, ну как это странно. Позиция ПВ вообще должна быть задействована часто, как мне кажется. 8-5. Игуаин. 9-5. Хамес Родригес. На Игуаина. Игуаин. Тут не забьем, не забьем. Месси, ну хотя бы здесь, да, 10-5. Вообще, в том моменте я просто думал, ну то, что потеряем мяч, и все, типа, все потеряно будет. Дембеле тут. Вау. Что еще сказать? Сильный состав, как по мне, кстати. Тут, блин, ну, фигню сделал. Ни о чем. Зинчик у мяча. Здесь на изи. 12 гол забили. Ну и Дембеле. Я думаю, то, что Игуаин сумеет забить. Да. 13-8 мы сыграли. Я даже не знаю. Короче, один момент, Сереж, я не сумел реализовать. И обидно, на самом деле. Как ни крути, карточки Лионеля Месси в игре я вообще не видел, чтобы вам не соврать. Хотя, на самом деле, он играет, ну, на высочайшем уровне. Так, пока что мы с рейтингом еще 103 остаемся, а у нашего соперника рейтинг 108. Вот тут будет, блин, ну, жесткий развал, нас вынесут. У него на 5 рейтинг выше, нежели чем у нас. Я хотя бы, если 5 забью, буду доволен на все 100%. Но вообще не прикольно, я понимаю, там плюс 3 рейтинг выше, нежели чем у нас. Но не плюс 5, плюс 5 это сильно много. Там моменты будут вообще отвратительные у нас. Эриксон, блин, еще форма немного сливается. Робертсон, давай. Если мы сюда сделаем? Игуаин? Нет. Ну, Дембеле, хотя бы ты. Не получилось. На Месси. Месси забьет. Да, 1-1. Сисуко. Блин, ну тут Неста немного мешает мне. Блин, ну потеря. Потеря просто такая отвратительная. Я даже не знаю, что вам сказать. Сисуко. Хамес? Да ну, не гони, ну просто не гони. Пике, хотя бы здесь, не обосрись. Обосрались. Тупо мои косяки, я понимаю, но... Долго сильно, все вот моменты вот эти, которые у меня происходят, они такие долгие. Слишком все печально, на самом деле. Даже это отбивает, лонгшот вообще не катит. Месси вряд ли, конечно, забьет, но то они забил даже, нифига себе. Как он вообще борется и забьет вот такие вот голы? 3-7 играем, но
очень сильно влияет на самом деле рейтинг, типа Месси? Нет. Здесь как раз повлиял его рост. Снова на пике попробуем. Не знаю, получится, не получится, но должен. Да, 4-7 сыграли, но рейтинг, как сами видите, у него выше на плюс 5, нежели чем у нас. Ну, у меня отличный момент, я его использовал. Хорошие моменты 2 всего лишь я использовал. Ну и основные моменты 1 я использовал. Короче, 4 момента я использовал, у него отличных 4 было, хороших моментов 8, но... Это не сравнивается, как мне кажется, но что поделаешь. Третий решающий матч, который я сыграю, надеюсь на то, что соперник будет хотя бы такого же, как и у меня рейтинга, и будет идеально. Так, рейтинг моего соперника 104. Вот здесь, конечно, мы сумеем хотя бы отыграться. Я надеюсь. Не факт, конечно, то, что получится. Я надеюсь на лучшее. На 1-1. Чё же за такая фиговая фигня, когда сливается вот оно? Ненавижу это. 2-2. Конечно, подарил мне соперник мяч. Мы третий гол забили. Непонятно, где, шо, как. Четыре-четыре. Пять-четыре играем. Игуин, забьешь? Да, 6-5. Блин, ну. Игуин. 7-6. Да ну ладно. 8-8. И последний шанс, последний момент. Блин, ну не гони. Как он забил 9-й гол? Просто как он забил 9-й гол? У него 4 отличных момента было. У меня 2 всего лишь. Тупо мне не хватает одного отличного момента. Хороший момент у него это 9, и у меня 9. Да ну ладно, ну как такое может быть? Не, чтобы хотя бы ему 3 отличных момента, да, типа ему дали 4. Несправедливая игра, вот это я вам могу сказать точно. Ладно, ребята, спасибо большое каждому из вас за просмотр моего ролика. Если вам понравился мой видосик, то не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой канал, поставить здесь кучу лайков. Возможно, вам понравился мой выпуск, и вы не забудьте всегда быть в тренде. Всем вам до скорых встреч и всем пока!